have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем здорово. Доброго времени суток. Эй, а куда он? Чё? Чё? Дипаси! У нас тут супер молотки. Также у нас зелень появилась. Погоди. Вчера, да. Вчера. А зачем мы это выращиваем? И что это? Так, из вот этого, что это? Это, по-моему, из этого бомбу можно сделать вроде как. Да. Потом. А это, ну я не знаю, с ваку пороться решил. А, кстати, вот у нас... Мне кажется, или оно стало гораздо светлее? Да, это мы бегали, настраивали лампочки. Это а что, так кстати. Можно было? Да. А нравится? Ну, да, типа... А, ребята, можешь вот этого попыть? Я вжирал этанола в банку! Я думал, это Mountain Dew. Я устойчивый к психозу. Ребят, короче, предлагаю, я сейчас схожу к церкви Хаска. Возможно, мы сейчас с ними о чем-то договоримся. О чем ты хочешь договориться с этими фанатиками? Госзаказ на яйца. Человек? Да. А! Это, а Фром видел, что мы завели на корабле? Мне кажется, живность. А, вот это я еще не видел. Вот этого лупастика я видел, а вот эту креветку еще нет. Смотри, он хрюкает. Если его с ним играть, он хрюкать начинает. Ты слышишь? Да. Они еще полезные ресы могут приносить. У нас тут еще один упаран есть. А, оно летает. Ага. Они, кстати, есть хотят. Надо кстати, пока... вот позаглядывай в ящики, там все абсолютно честным путем заработано. Что, скутеры? Нет, это вот там, где красная рука, вот это вот... это я постарался, короче, да. Мы со Слагом бегали, и я выносил все подряд. Сейчас я тебе там скину поесть. Ктулху. Ктулху не хрюкает. Ладно, на том спасибо. А чем вы их кормите? Физраствором. Почему? Ну, им нравится. Раз уж что-то ну, пошло, а что мы едим? Мы концентрируем из воздуха питательные элементы. Я не верю, что человеческая раса настолько развилась, даже когда стала летать на другие планеты. Поймал, блин. Так, давайте вкратце. Сколько часов вы потратили на настройку лодки? Полтора. А, этой? Ну, вот то, что сейчас зелень, свет, чудики. Около полтора часа. Нормально. Нормально. Большую часть времени мы занимались, правда, фигней, а не настройкой. Зелень нужно просто поставить горшок, посадить туда семечко и периодически его поливать. Между делом, всё. Да, кстати. Полив, кормежка. Короче, всем нужно что-то, кроме людей. Людям на этой корабле, на этой корабле ничего не нужно. Ну, кстати, весь плюс этого молотка то, что можно пойти на аванпост и бить кого хочешь, тебе за это ничего не будет. И можно так людей испугивать и лутать то, что они наблюдают. Офигеть, значит тут есть реальные полезные вещи. Хорошо. Смотри, какая говна есть. Где? У меня в руке. Это от Пета. Это шарик слизи, пойду его переработаю. Супер. Жесть, кстати, здесь некоторые буквально производят говно. Угу. Было бы странно, если бы этого не происходило от пэтов, ну ладно. Короче, ладно, ребятушки, давайте мы тогда пока что побудем на паузе, начнется... Да, движ, думаю, мы сейчас уплывать и будем. Тогда уже вернемся. Ой, точно, еда в сторону. Еда в сторону, да, но это уже попало на запись. Так что да, вот такой вот страшный секрет. Со мной играют люди, они едят. Правда. Лежу на подзарядке. У меня реактор на твердом топливе. Мог бы про проблемы с запором сказать по-другому. А, так, ну я напился воды, у меня голос нормальный. Знаешь, реактор на жидком топливе тоже будет не очень хорошо. Тоже согласен. Приятного аппетита людям, которые едят.
Почему? А. А, кстати, мы, чтобы успешно тырить некоторые рейсы, накачивали людей инопланетной кровью. И наркотики. Что с ними от этого случается? Они очень сильно жалуются и уходят. Ой, блин, оно нас любит. Вот эта ползающая штука. А, запись идет? Алло? Да, запись идет. Я тут немножечко офигел от того, что боты начали говорить по-русски. Набрали. Ребят. Меня глючит? Они же раньше говорили на английском все. У меня они всегда говорили на русском. У меня тоже. А, по пенну. Сёрп. Надеюсь, у всех есть что попить. Так, хорошо. Салака, муфи, это физраствора. Он как раз его хлебает. Да. Ну. Так. Кто из этих тварей жрет физраствор? Цели 800. Минуточку, у нас истребление какой-то фигни. А, да, видимо, есть. Где? Зачистка руин. А, ну да, это цель убить. Так, короче, этот жрет. Этот тоже жрет. Капитан хочет пожелать всем приятного аппетита и чаепития. Раз. Во-вторых, сказать то, что... я никчемный идиот, угробил часов 30 своей жизни на то, чтобы сказать то, что под нами цели, а еще на то, что я сделал нам новую подлоту, которую будем использовать в следующей локации. Это небольшие... Ребят, возле Рельсотрона! Небольшие... Подтверждаю. Не буду я из него стрелять. Не если надо. Мы... Если будут... там ядерные заряды. Ой, это опасно ведь. Так, у меня шоточ есть? Есть. Поехали. Иду встречать. Черт, маска. Надо было бы эти пойти взять. Костюмы? Да. Они боевые, кстати. Да и тем более, я лучше сам выживу, чем вместо меня выживет какой-нибудь бот. У меня эксоса нету, да, спасибо. А, ой, точно! Точно! Мне не раздали, да? Вот в этом ящике возьми. В этом? Да, там в одном из ящиков были. Ой, я не эксперт, но у нас все плохо. Понял. Есть такое. Капитан идет заваривать дно. Не, капитан... Если мы не заварим вовремя балластную капсулу, мы упадем на днище, а там нас встретит очень страшная гадина. А как прямо у меня в руках оказался ящик патронов? Фу, выплюнь. Нет, я просто не понимаю, как это случилось. Я только что я туда спускался с шотганом в руках, а оказался с ящиком патронов. Ну, Фрум такой неизвестный. Да. Дал бы ему все-таки айдишник. Да я взял уже. Так, одну фигню я убил. А ты айдишник в слот поставь, пожалуйста. Фа, точно. Так, мы вроде отбились, да? Ну да, одну штуку я сверху расплющил, а остальные куда делись, я без понятия. То ли отстали, то ли... У нас сверху скалы, слаг. Я в курсе, все в порядке. Не пугайтесь. Капитан умный. Кстати, есть такой вариант, что мы сами себе разорвали дно зажимом из... Нет. Разрывных. Нет, я специально следил, чтобы не выстрелить в этот момент. Угу. Приплыли. Что, куда? Что зачем? Такое? Не надо. Деваемся, идем наружу. А, мы прям при... О! Я, кстати, устойчивый к психозу. Вот это прощелина сверху, что ли? Ты издеваешься, офигеть? Я вижу вам... Слышу, вам нравится. Я уже в восторге. Надо взять скутер. Возьму-ка я доп-баллончик себе. Да, круто. Только, правда, заряжен только один из них. Я думал, два... Блин, но следующая подлодка, которую мы купим, которую делал капитан, она будет, кстати, говнищей, потому что, скорее всего, для компании она не подходит. Ну, ой, не бойтесь, мы потестили, там все нормально. Больше нет стен, сквозь которые не проходит вода, в плане аномальных. У нас в реакторной, короче, была стена воды. Супер. Так, мы идем или где? Да, сейчас пойдем, подождите, пожалуйста, я всякий хлам выложу. Вот из-за того, что вот эта вот утварь домашняя начала мурлыкать и рычать, у меня постоянно теперь психоз, блин. Я думаю, что что-то на борту находится.
Кутер есть? Давай. Один. Я без. Заряженный. Да. Минечка, а батарея там какая? Обычная или как ее заряжать-то? Аккумулятор. Покупать на ванпосте и зарядник, которых у нас нет. Черт. Ладно, ради справедливости тоже вывожу скутер. А камня у меня нету, ладно, поехали. Да, выкладываем скутера и погнали пешочком. Скутер, are you ready? Опс. И нам вверх куда-то, да? Да. Видимо, да. Ой. Буду ориентироваться на лучи света. Кстати, по идее, скорее всего, здесь вода не соленая. Давай я думаю, в ней есть вещи пострашнее. А дрововик же под водой стреляет? Конечно. Так, а что у меня по патрону? Патрошки есть с собой. Давайте левее держаться. Конечно, это был сарказм. Ребят, нам нужно на левую стену переплыть. За тобой? Ладно. Мы здесь должны найти что-то. Тарджетс, да-да-да. Блин, предлагаю вернуться. А, не возвращаемся, ребят, приплыли. Вот оно. Ага. Смотрю. Что-то есть такое. Ага. Ой, как я не люблю эту локацию. Боже, моя жопа. Флаг! Насчет стрельбы в этом, из дробовика под водой. Я сразу, что ты его достал, значит можно. Попробуем друг друга не застрелить, кстати. Предлагаю сделать вот так сейчас. А, это не дверь, ладно. Это дверь. Я умею их открывать, походу. Я не знал, что я умею их открывать, но теперь знаю то, что я умею их открывать. Ой, тут какой-то артефакт. А. Забери его сюда, мы не откроем эту дверь. Да. Тут нужно. Окей. А как ты открыл эту дверь? Ты забрал артефакт? Да. Надо артефакт вставить и на зеленую кнопку тыкнуть. Она откроется. Видишь? Забирай не с собой, оставляем двери открытыми. Это интересно. Это Power Cell. Power Cell забрал. Орнамент. Я какой-то инопланетную гадость пособирал здесь. Опа. Вентиляция в руинах. Это ж хорошая мысль, ребят, пойти туда. Ну, конечно же, мы будем расходиться. Не надо! Иди сюда! А, он пошел в правильную сторону, здесь нифига нет. Нет, здесь есть выход сюда. Не-не-не. Оно закрылось. А, ладно. А вы куда нужно, нам не сюда, нам не сюда. А. Там этот выход обратно. А там что? Там тоже выход. А, это просто проем? Черт, тихо. Не двигайтесь. Модуль стражу. Сейчас я их взорву. Туда их. Постараюсь. В смысле? Он ладно. Долбанить мне. О, нормально. Стража чего? Как. Кто это был-то? Ну, это твари, которые, если пробудились, ну больно нам сделали. Это инопланетные технологии или что? Ага. Да. Ну, по сути, мы здесь инопланетные. Ну, я понимаю, да. Не, давайте лучше направо, давай. Ребят, я слышал то, что чем глубже, тем хуже. А зачем мы вообще здесь? Зачищаем. О, соперечит да. Фигню. Артефакты инопланетные всякие, тут может быть их оружие. Иди своей дорогой, сталкер. А вот их оружие меня интересует. Опа, наружу можно выпустить. Если тебя круто. Интересует инопланетное оружие, пойди в Хейла поиграй. Ага, а вы куда на поверхность поперли? Да. Может там еще один проход был бы. Опа, сухарик взять. Я же надеюсь, что там следите за баллоном. Ребят, следите за баллонами. Ага. Я уже один поменял. Не, я подожду, пока полностью закончится. Я в случае чего его кину обратно. Пока нет лютой нехватки. А, понял. Но у меня собой еще 2-3 баллона. Стоп, мы эти двери закрывали? Они сами закрываются, нет, они сами закрываются, сами. Ребят, не переживайте. Все, что мы. Я слышал, там кто-то хрюкнул за стенкой. Время баллон перезарядить. Так, там что-то есть, да. Справа что-то есть. Ой, точнее, слева. Я вправо пойду, пожалуй. Ладно. Может тут кто-то, ребята, помирнее будут.
Но оно там прям большое. Там что-то есть? Закрой! Так, тихо. У меня такое тупое ощущение, что за нами что-то идет. Черт. У кого-нибудь есть доп артефакт? У меня есть доп артефакт. У меня есть, стой. Куда? Он тонет. Так. Плюс? Того. Угу. Здесь надписи на стенах. А кто умеет читать? Местное не умею. А. Что сказали? Символы вьются, словно лозы, вверх и вниз по стене, время от времени ответвляясь от стороны. Я не знаю, что это. Это, возможно, ловушки. Это выглядит как ловушки. Инкубационная капсула. Пустая? Ладно, вроде бы. Значит, из-за этого ты уже выбралась. Черт. Еще одна. Она приплывали тут всякие. Меня перехосынуло это. Еще одна. В ней генетический материал вообще лежал. В этой но ничего нету. В этой ничего нет. Мне очень не нравится вообще здесь. Да, насчет чувства неуютно поддерживаю. Хочу на свою подлодку. Мне там комфортно. Там можно молотком людей бить, да? Я здесь могу это делать. Ну да, символы Real Views. Может, нужно быть фанатиком, чтобы их прочитать. Как Варик. Так, а где мы там люлей собирались получать? Ну, слева было, наверху только. А вот тут-то? Чё, кто откроет? Или мы вообще не будем? Давайте типа сходим. Наша же цель, не? По идее, да. Куда мы пошли? Стоп. Давайте я. Дай я проплыву хоть. Я сейчас лечу. Не могу нормально развернуться. Разворачивайте. Чё, пацаны? Пробуй. А, это так какое-то говнище. Стреляй в него! Назад, Фром, назад! Может, ножом? Отпусти мой член! Отбивайся. Пожалуй, вытащу вам. Они его утаскивают! Отдайте меня! Отпусти! Да меня-то за что? Я боюсь бить, потому что я зацеплю. Это кормилец роя какой-то. О, сундук. Меня ударили, да. А, нет, все нормально. Пока что у меня есть еще один баллон. Пацаны, все. А? Что бьет-то и кого? Фрум, отплыви оттуда. На тебе какая-то гадость сидит. На мне? Да. Оно перешло к тебе. Я ее убил, по-моему. Все, нет, хорошо. Отойди. Отойдите. Не отбивайся. Я не понимаю, где я. А, вот, понимаю. Да назад! У неясного, слаг. Надо отплыви, я раза три ударил. Ладно, пробую. Так, у меня она убита, по-моему, я ее забил. Ушиб? Ну, видели, что я нашел? Ой. Че? Сюда. Там мне... Так, вы где? Стоп, ребят, вы наверх пошли? Да. Налево? Да. Ага, вижу. Мне сейчас костюм напомнил, то что кислород не вечен. Ну, у меня второй баллон уходит, да. А, ребят, у кого-нибудь есть место? Чуть-чуть есть, где? Возьмите осколок сернита. Где он? Я вниз скинул. Вот, вижу. Так, все, ребят, взял. Я первый скажу, я начинаю по ней стрелять. У меня пистолет. Давай. Взял дробаш, готов. Тихо, отплывите лучше. Отплыл. Надо Чуть. Еще пытаться не попасть в него. Да. Нормально заходим. Мне сейчас это все напоминает This War of Mine, где там подобная стрелялка. Ну, стрельба устроена таким же образом примерно. Опа. Какая-то говнина. Фрум, баллон. Да, слышу. Поменял. У кого-нибудь есть другие артефакты? А, у меня есть. Нет. Попробуйте другие артефакты. Другие артефакты? Сейчас. У меня вот это множество... Ох, черт. Ребята, идите вниз. Погоди, так там же зеленая лампочка. Идите вниз, ребят, все в порядке. Не получается. Все открылось. Сюда.
А, блин, сразу две двери открыл. Давайте сначала вниз. Ой, стоп, стоп, бегите! Секунду. Попал. Критически. Оно мертво. А, оно меня укусило. Черт. Очень больно. Ну, если тебе... Лечить есть чем, не? Нормально, не кровотечение. Схемку его заберите. Мне я нет там на пол уронил. У меня тоже. Ладно, возьму, у меня... Я нашел место. Ах, черт, кровотечение все-таки. Ладно, нормально, идем дальше. Предлагаю возвращаться. Да, вариант. А что, я зажигаю маску? О, это... Чейк артефакта. Этот не подходит. А, артефакт разный, типа? Да, у кого-то кислород кончается. Я знаю, все в порядке. У меня, кстати, последний баллон. Я поделюсь. Понял. У меня еще. Так, там, может, поменяешь баллон? Я поменял. Это я боюсь за тебя. Да не переживай. Так, минуточку, кому баллон дать? Давайте сейчас сразу дам, чтоб не это. А, ну я врел ушел. А у тебя не кончится кислород тогда? Не, у меня нормально, у меня запасной. Куда? На, держи. Вот мне давай. Я скинул пустой. Так, какой из них какой? Так, это пустой. Возьми оба. Вот это нормальный. А я не могу. Взял? Твой взял, у меня хорошо, просто места нет все, там. Все, отлично. Бывает. У меня сейчас почти полный, еще один в запасе. Ох, черт. Тихо, тихо. Стой, я его уничтожу. Это ж та гадина, которую мы это да. До этого убили. Да. Главное нажать на красную кнопку, я ни разу не нажимал на зеленую. Я боюсь, что она ее выпустит. Вариант, что выпустит. Там за стенкой гадина ползает, я туда не поплыву. Давайте сюда. Может, возвращаться будем? Ну, символы... Давайте, наверное. Надо бы. Потому что у меня уже явно нету... Ну ладно, вот сейчас... Ребят, у меня прям... Ребят, что это за фигня? Пошли быстро! Это у меня кровь начала течь, оно заспавнилось. Запомнит, в какой стране. Не запомни, я тут уже заблудился нафиг. Строилась бы тут какая-то карта из этого всего. Мы можем по следам крови слага плыть. По печенюшкам. Мы нам вниз. Как варик, но вот тут. Нет, мы не сюда плыли. Здесь Лака получил ранение. Ребят, я выплыл. Круто, а мы нет. Кроме я вниз уплыл. Стой, я застрял нафиг. Там до конца вниз и налево. Ё-ма, да... Есть, нормально, я выпутался. Куда? Влево? Да. И вниз. Вы ага, сейчас... вот, всё. Капсул. Теперь сюда, не? Да. Угу. Да. Опа, нет, не сюда. Боже, нет, пусти. Отпусти. Там не помри только. Отпусти. Ну все, спасибо. Я пошел, удачи. Ром, ты там не задохнешься? Не, я же говорю, мне еще полтора баллона, я в норме. Ну, я запасся. Черт, я походу. Ну я. Это выход? Нет, это какая-то говна комната. Я куда-то заплыл. А ты не помнишь же, где наш корабль, Фрум? Мы же до лева переплывали, помнишь? Значит, нам сейчас направо до верха до конца. Ага, понятно. А мне кажется, нет. Ой. Мы долго. Предлагаю вниз. Блин, черт, да. Почему в таких, блин, футуристических сеттингах нету такой простой вещи, как карта? Есть, мы просто не пользуемся. Нет, я имею в виду какая-нибудь автоматическая, встроенная. Ну или хотя бы компас, который... Ладно, не знаю, компас, не компас, индикатор, рейкер. Индикатор собственного, черт побери, корабля. Да. Трекер какой-нибудь от корабля, показывающий. Да, четвертый, куда я плыву? Куда мы плывем? Мы сейчас реально пойдем сейчас на дно, и нас раздавит давлением нафиг. По-моему... О! Да? Привет! База, да, все равно нет, наш. Мы! Наш! Так. О! Ход. Ну, мы доплыли.
Ты там не задохнешься случаем? Я подлодку нам пока заварю. А, то есть ты у подлодки, да? Да, но я завариваю ее. Ладно. Я внутри. Почему я не могу дверь... А, ладно, сейчас. Кнопка. Нормально. Жесть, конечно. Теперь нужно запасные баллоны брать. Я взял изначально просто много запасных. Блин, я очень много взял. Я 3 штуки взял, думал, мне хватит спокойно. У меня же один баллон был в маске, один баллон, тот, который я тебе отдал. Еще 3 баллона я взял из запасных. Мы же там потеряли баллон. Я один пустой баллон, кстати, выкинул, да. Да, я знаю, я выкинул баллон там. Ну, блин, мне его тупо некуда девать было. Ну, я считаю, что инопланетные какие-то остатки получше, чем баллон. Не, имею в виду, что потом не забыть бы просто пополнить запасы. Ну, либо стырить их. У нас баллонов, по-моему, довольно много. Ну, там нехватка 4 баллонов. Какое совпадение, что я стырил до этого еще 4 баллона. Так, куда положить инопланетное говно? Так, ребята, я должен попасть. Я какой-то случайно этот кинул. Тут есть ящик supplies, я сюда положу часть. Угу. Смотри, какая штука есть. Так. Ящик. О, тут есть еще. Так, одно Игрушка высокотехнологичная. Обезьяна. Это какой-то этот, типа. Тут было, короче, что-то типа, как это называется-то? Ты на планете тут кровь по всем ящикам раскидывает. Какая-то инопланетная батарейка. Так, наверное, короче, инопланетную батарейку я одну такую нашел, я ее положил рядом с нашими стержнями, надеюсь, не рванет. Вот, еще тут орнамент был и украшение. Попробуй у нас зарядить. От чего? Источника электричества. Угу. Напрямую подключить? Да. 220, да. Так, окей, пока здесь лут скину. Что у нас по целям? Мы же там никого не убили. Ну, убили одну, убили. Одну да, убили. Да. Да, одного этого типа. Получается еще 3. Еще маленьких настреляли. Не, маленькие на самом деле это не считается, скорее всего. Да, они перемещаются, 3 цели еще. Нам бы на самом деле этот радар. В смысле 97 метров, 205 метров? Это как происходит? База большая. Нет, как он за секунду меняет с 98 метров до 6? Нафиг ты говном кинул? Это не я говном кинул, это созревший плод упал и взорвался. Ага. Ясно, понятно. Не, нельзя инопланетные из инопланетных. Так, так. Ладно, ребят, мы тут немножко поэкспериментируем, потом вернемся. Я 6 возьму. Так, офигеть, ребят. Ты офигел. Офигеть, как офигел, не офигела ли она, чтоб офигеть, не офигела ли он. Ну ладно, 6 штук мне хватит. Я готов. А фрум? Погоди, баллоны стакаются? Да. Спасибо. Я забрал 6 баллонов, поехали. Я тоже сосал 6 баллонов. Нет! Закройте за собой дверь. Спасибо! Так, фрум, запись идет? Да. Время пострелять между нами. Ну, насчет пострелять посмотрим. Нам бы потом просто тупо не забыться. Надеюсь, не понадобится. Тоже надеюсь. Но там что-то так, точно хрюкало. И 3 цели надо все равно ликвидировать. А мы взяли артефакты? Нет. А-а-а. Найдем. А у меня лом. Открывать? А лом инопланетный? Можно? Трубку продолбим. Мы это копаем его материал. Ребята, давайте, там до цели осталось, до первой цели 70, до второй 120, до третьей 130. А, так у тебя сонар, точно. Так я ж умный. Я тебя понимать. Не мог дойти его минут 3 на подлодке. А, ребята, вы куда вниз поплыли-то? Наверх, понятно. Вот на меня, вот вход. Мы тебя не видим, если что, просто это так. Это в пол. По сути, считай просто фонариком сами. А, мы же здесь двери открывали. Да-да-да. Так, давайте думать логически.
Первая цель 20 метров. Очень сратый сонар. Выключить вот это. Ручной. Вот так. Он крайне всрато работает, ну прям пипец. Стой, стой, стой! Я ее чувствую. Ага, крутой. Ч-ч-ч-ч-ч. Сапер пошел. Угу, артефакт был бы. Опа, сумка. Блин, всего лишь кислородит. Просто не тыкайте ничего, зря, может нормально все будет. Может быть, а может нет. Блин, надо за артефактом что ли возвращаться, ну и пернуться. Короче, с богом, пацаны, бегите, если что, готовы. Не на... куда бежать-то? Ничего не рванул, да? Опа, я на... Что? Ребят... Куда вообще уплыл? Что, что ты сделал? Ребят... Что? Я нашел огромный контейнер с артефактами, я их возьму. Внизу который? Да, забирай, давай. Да ё-моё! Вернись, я короче. Пытаюсь... Вниз, стоит. Вниз, попробуй. Я пытаюсь через вентиляцию протиснуться на жиробас. Минус. Да, у меня в прошлый раз так же было. Стражи. Так, 20 и 30 метров. Обе цели перемещаются. Погоди, то есть это тоже была наша цель? Да. Я, когда, кстати... я там плавал, ты назад вернешься. Понятно. Назад. Ползи обратно. А чё мы сюда приплыли вообще? Надо дальше куда-то плыть. Я вас жду на выходе из этой комнаты. Ладно. Так, я могу нормально, может, как-то включить, а? Сонара, то очень срата прям. Куда вообще, по куда сторону? Куда ты пошел, путь? Погоди. А я не знаю, куда я иду. Нормально. Нам сейчас нужно выше идти куда-то, по идее. А-а-а. Блин. Короче, это центральный гусь с карты, следи за ним. А. Вы чё? А, нормально ты так придумал. Минуточку, а чё, так можно было? Да. Ты хочешь тогда продолбить стенку? Пора... Ну да. Да, по-моему, он долбится, да только толку от того. Можно? Нет, она разваливается. О! Что-то проломил, да, я тоже так хочу. Попытаюсь никого не убить. А если там нету коридора? Очень плохо. Очень жаль. Долбимся, ай. Ай. Может, немного притормозить? Да мне тоже прилетело по голове, не переживай. Офигеть. Офигенно, вы ползли на поверхность. Ну, доплывем прям быстрее. Да? А, так мы так будем между коридорами перемещаться, да? Ну так. Чё? Долбить стенку и ползти. Ну, поздравляю вас, ребят. Долбимся. Ой, тут? Я баллон выкинул. Где он? Иди домой. Офигеть, блин. Ну ты местечко, конечно, выбрал. Она, кстати, порочнее, если что. Я вскрывал эти руины уже. Просто. Когда у меня есть опыт. У меня в этой игре много часов. Ой, там гадость какая-то плавает, я уже вижу. Маленькая, правда. Я специально тренировался. К этим миссиям. У меня скоро смена баллона. Сейчас. У меня тоже скоро. Ага, держим до конца, потом меняем. Да, чтобы они тоже стакались. Два шахтера, вот сейчас, да? Вот сейчас мы пробьемся. Оп, 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 бей, назад, давайте. Назад, назад! Вы о, что, сразу прям стреляете? Попал. А чё, нет? Тихо, тихо, сейчас будет профессиональное обезвреживание. Сейчас будет профессиональная замена баллона. Одного на пять, кстати. Да, одного на пять, прям меняешь нормально. Оп. А он там никуда не уплывет от меня? Нет, ну, у меня баллон в инвентарь пошел. У меня автоматически тоже, да, сныкался в инвентарь. Тут цель. Ой, и вправду. Но он это спит. Он спит. Не проснется. Тут да его. Сонар сдох, черт. Батарейку дать? Не, у меня есть запасная. Одна из гадин там еще жива. Кстати. Ай, блин! Нам дверь ударила сейчас. А, все. Да? Это... Привет. Подождите, а двери можно ломом вскрывать? Да. Вполне. Ладно. Я могу помочь? Не надо. Так, 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 там что-то булькает, осторожно. Да?
Оно живое, по-моему. Оно по соседству. О, артефактик. А, ну прям справа здесь стенки. Так, пока не идем. Давайте посмотрим сюда вниз. Ой, не. Нафиг, ребят, и не полезу туда. Я вообще из верхней выплываем. Ах, черт. Ну, пробуй в угол уперся. Ну дайте вы, пожалуйста. Неудобно как здесь перемещаться. Мы куда? Ты где? Ты внизу? Ребят, я сейчас возьмите меня, вытащите, пожалуйста. Я тащу потихоньку. Да куда ты вернул? Все нормально, вперед, сейчас, давайте первый. Ой. Я, пожалуй, назад отплыву. Ты можешь меня сюда выманить? Что ты там, хмурая? На. Уходи, уходи, уходи. Он сюда не пройти. Офигеть, у него хп много. Это бесполезно, стреляй из дробовика. Отпустись. Пропустите меня с дробашом. Ща. Ну там слабо. Говно твой пистолет, кстати. О! Черванет! А, да? Не, ну смеется. Отойди назад, блин! Все, есть. Все стражи сметены. Что оно там? О, там мне. Ой, верните. Ой. Че, ребят, лутаемся, получается? А вот так, мы с этого вы все собрали. Так, ну у меня что-то лута не очень много. Возьмите кто-нибудь еще один сонар. С собой? Да. Ну давай. Ладно, взял. Взял, хорошо. Так, это то место, которое мы слышали в прошлый раз, да? Да. Мы здесь уже явно были. Это как раз тот дверь, который мы решили не открывать. И, кстати, наверное, правильно сделали. Теперь я тоже обладатель модного пистолетика. Завидуешь, Фрум? Нет, я про другое, что вот эти вот узкие коридорчики, были постоянно рылом, обо все тут стукаешься. Приятно, получается, да. Все, зачистили. Кто-то говорил, что не получится, но получилось. Блин, шучу, конечно. Не бегите! Бегите! Не подплывай, Фрум! Я знаю, что это за говно, оно кости тебя сломает. Это зачем оно там? А это, короче, система защиты. Так, погоди, у меня. По идее, сейчас перестал работать. Внутренние повреждения? Это оно их делает. А что конкретно это делает? Вот эта штука, она, короче, притягивает. Ну, оно, короче, притянется в центр, то оно тебе все кости переломает. Удобно. Gravity Sphere. Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Написано на и на пришелеческом. Так, хорошо. Поехали сюда. У меня баллон все в порядке, не пугайтесь. Это. Понять. Ох, черт! О! Генетический материал. Ёперный театр, их тут дофига. Кого? Что это такое? Блин! У меня места нет, ребят. Вот иди сюда, у вот меня эти. Есть место, но. Тут пусто уже все. Ну все. Она там как повезет, может попасться, может не попасться. Минуточку, у каждого свое что-то выпадает? Нет. Ну в плане это контейнер в нем может, не может не быть. Окей. Ну все, тогда давайте на выход. Да, нафиг, все. У нас там еще перевозка для церкви Хаска, все, давайте, удачи. Ну, в принципе, вполне нормально справились. Я тут вообще наблюдателем побыл. С одним челиком знакомым играл. У нас не получилось, это мы зря все заплыли. Я же понял. Ну потому что это центр управления сферой. Блин, откройте дверь, пожалуйста. Я тут готовность баллон себе поменять просто. 3, 2, 1. Поменял. А почему не поменялся? Выкинуть? Сейчас, ребят, я найду свой баллон, который я только что выкинул. Просто экстренная мера, чтобы подышать. Так, Фрум, давай, подождем. Да, ой, давай, я пока чип тяну, захаваю.
Угу. Баллон 0 не стакается с баллоном 0. Кстати, ладно, у меня тоже, потому что у тебя на одном полосочка, на другом зачеркнуто такое, да? Да. Вот у меня тоже один баллон стакается, один... Это додышать надо. Я додышал его, да. Нет, там написано 0. В смысле додышать? Офигенно, теперь у меня кислородный баллон, в котором 94%. В руках понесу теперь его, чё уж. Всё, он каким-то образом додышался и стакнулся, я не знаю, ладно, забейте. Не, по-моему, Ну там типа и не ноль, но и не единица. А где там дырка наша? По-моему, мы проплыли, она была где-то... Нет, мы не проплыли, вот она. Ага, понял, все, хорошо. Хорошо, что она фонариком просвечивается. А как мы в прошлый раз попали туда, не через снаружи? По коридорам, скорее всего. Но в этот раз нам что-то впадло стало. Может, выкопаемся так, а? У меня просто лом довольно быстро их копает, он же у меня хорошего качества. Я понимаю, а где потом варик, что мы доберемся до лодки? Где, кто знает, где? У меня фонар. А, у тебя? Ну да, в принципе, давай. И у кого-то еще из... Давайте, ребят, я копаю. Ну, ладно, я мы уже выплыли, готов. Мы выплыли. Ну, сможешь дальше, в принципе, стенку долбить? Там совсем близко. Метров, не знаю, 20 проплыть. Блин. Ну после ладно. Этого огни лодки воспринимаются как что-то такое родное, теплое. Ага. Ты их видишь? Мы, вон же, слушай, ну. А. Ё-моё, я не заметил. Погоди, это наша лодка? Это наша лодка. Да, да, наша. Увидел, да, справа? Да, я уже был к шлюзу. Вон на меня наш рельсотрон смотрит. Блин, я сверху пошел, надо будет оплывать, ну ладно. Просто, ну, вдруг в океане появились огни, потом мы пошли вниз, и они начали гаснуть. Явно, что что-то не то. Блин, ребят, я бы этих водорослей на самом деле похавал. Это по-любому как эти, как нори. Да-да-да. Приятного аппетита. Ну, аппетитно выглядит, их прям зажарить. Предлагаю, короче, это. Все, я дома. Знаете, в древности мамонтов в ямы загоняли и копьями забивали, и потом неделями их ели. Предлагаю штурмового червя копьями забить, и, ну, не копьями, и неделями им питаться. Он же по-любому вкусный. Так, ну, насчет вкусный не знаю, но вот мясо в нем явно много. Прикинь, вот это вот тот самый момент, когда ты идешь и покупаешь какой-то дорогой обед, а он невкусный. То же самое здесь, мамонта забил, у тебя 30 тонн мяса там, короче, а жрать его невозможно. Блин, а представляете, если бы штурмовый червь был съедобный, и если он съедобный? Так, стоп, мне надо вот эту гадость сложить. Надо патрон для дробовика купить. Надо. Платно. Гадость сложил, артефакты сложили, ну, в принципе, красота. Генетический материал. Шо? Цветочек! Он завял! Он завять, вы его не полили. Ладно, ребят, поехали, что там нам доставку надо сделать? Угу, ну это не проблема. Подождите, а где поливалка моя? А чё вот это вот оранжевое такое? Ребят, найдите поливалку, пожалуйста. Я дружно ищем поливалку по огромному кораблю. А чё, одна сдохла? Да. Блин, остался только табак, ну ладно, пофиг. И его быстрее нужно полить, пока он тоже не сдох. А ты нашел? Чем? Ну, садовники. Нет. Из вас такие, да. Пока мы лазили по руинам. Да мы пока там, я забыл совсем. Очень жаль. Ребята, а надо быстрее искать. Поливалку? Да. Погоди, как можно поливалку не найти на корабле? Ну, вот так. Лови ботов за руку, может, у кого-нибудь из них есть. Ее же нельзя спрятать в карман? Я нашел. Можно. Дай быстрее. Где реализм? Фома, отойди, пожалуйста. Ты полил? Теперь да. Попробуй тебе полить, может, они оживут, не знаю, чудом каким-нибудь. Не то чтобы полил, скорее нассал на мои ботинки, ну ладно. Не поливается.
Да, вы корчевый. Блин, сучу устроим садоводы. Ну, теперь шансов то, что у нас произойдет взрыв на корабле, гораздо меньше. Почему? Плоды тех растений взрываются при контакте с водой. И если упадут на пол, очень сильно. Угу. Зачем мы это? Так, ладно. Но они вкусные. Чем мне чинить? Так, I pressure where is it, but it doesn't look like it's broken. А, у меня просто... Нет, погоди, это синяк. А вот это? Челюсть снизу. А, да? И сверху. Никого не наблюдаю, снизу наблюдаю. Ёпар, а, у нас цель. Но он слишком близко к корпусу, я не могу сверху в него снизу стрелять. Снизу никого не наблюдаю, сверху вроде кто-то был. А это мы так стабильно, так хорошо погружаемся, потому что мы тонем или... У нас одна пробоина возле рельса трона. Да, это я вижу. Нет, в порядке. И очень сильно погрызено возле задней пушки. Там что просто починить нельзя. Ну, там можно, только снаружи. Ай-яй-яй. Вот. Цели сверху, по-моему, шипа стоит от шипы, тварь. Целая стая их тут. Ёлки. Разорвал парочку из них. От Ольга, парочки пожалуйста. Убежали. Они гонятся за нами. Но там снизу надо как-то. Понял, на нижнюю прыгаю. Нет, в смысле... Но они снизу не догоняют. Да, в том-то и дело, что снизу сзади должна быть. Наблюдаю. Попал. Попал еще раз. Их там двое. Снизу? Убил одного. Да. Красавчик. Но один куда-то вверх вроде ушел. Ну, я, по крайней мере, его больше не вижу. Сейчас поищу в этой в задней верхней пушке. Нет, они снизу. О, снизу еще один плавает. Пытаюсь попасть. У меня? Убил еще одного. Есть еще одного, убил. Хорош, можно не стрелять. Все, хорошо. Да? Отбились. А мы, по-моему, всех убили. Стой! А, фух, блин. Я профессионал. Это было страшно профессионально. О боже! О, у меня выскочила ачивка за очистку руинов. Крутяк. Угу. У меня она еще там выскочила. Вроде бы. А, нет! Вообще я разобрался. Эту миссию прошел. Угу. У меня выскочила до этого ачивка за то, что я забил инструментом врага. Ну короче. Когда тебе говорят, да забей. Думаю, то, что. Я забыл то, что это канал. Ну короче. Скорее всего, прям конкретный зритель этого канала знает этого человека, ну, я с Альфой пытался эти миссии пройти, не получилось. Ага. Кто олды на канале, признавайтесь, кто помнит? А, нормально, у нас цветы воскресли, ну как воскресли, заново появились, снова сдохли. Блин, печаль. Ладно, ребятушки, думаю, на этом мы будем заканчивать. Очень такая объемная вместительная серия получилась, очень приятно, так, что она чемоданы. Получилась, нет. Эта серия. Стой, тихо. Что? Где? Сейчас, возможно, будет сюжет по поводу церкви Хаска. Давай. Прям в две минуточки. Ну, минуточку, секунд. Хорошо, 30. хорошо, подождем. Но не факт. Аванпост можешь не подходить просто. Аванпост, не подходи. Вроде подходит. А, нет. Или да, не знаю. Вроде есть этот магазин сверху. Ага. Жесть, путь в этот магазин закрыт огромной балкой, понял. О! Что там? Чё это? Ой, мимо вас пробегает исследователь, он в памяти. Чёрт возьми, Джим, я же говорил тебе, что надо было оставить нормальные замки вместо этого электронного говна. Чё происходит? Тут прорыв! Крутяк. Так, пока все в панике, можно попробовать что-нибудь спереть. Быстро! Так, ладно, что, ребят, будет, не будет? Ну вы, конечно, вот вовремя. Да, хватит паниковать, я пытаюсь яйца продать проповеднику. Да остановись ты, не убегай. Ребят, у нас питомец сдох. А, бывает такое. Я не понял, почему. У него просто резко начали убавляться жизни, и он лопнул. Бывает. А, ну у нас тут это ж. А, я так понимаю, церковь дала вам некое поручение. Ой, ой. Короче, я так понимаю, церковь дала вам некое поручение. Удалось ли вам заполучить облако? Ой, как хорошо, и как хорошо, сейчас СБшника загрызут, и я... 12 филиалов с яйцами, как проси.
Проповедник вытащил грозла. Глаза. Глаза, уйди в фиалы. Он буквально вырвал их у вас из рук и спрятал в складках своей рясы. Как видно, наши подозрения в отношении вашей команды были беспочвы. Надеюсь, вы простите наше недоверие. Не каждый день моряки с подлодки проявляют такое рвение в деле веры. Что ж, это вполне объяснимо. Не следует ждать понимания от людей, которым известны исключительно дикие хаски. Это справедливо. А теперь вы расскажите нам больше об учении церкви. Так, надо найти вторую половину типа и забрать из нее ресы. Так, я добрый знак. Да, наши проповедники обсудили ваш вопрос и мы готовы назначить вас служителями церкви Хаска, если таково ваше пожелание. А что это значит на практике? Это значит, что мы поможем вам на вашем индивидуальном пути к вознесению. А вы поможете церкви на нашем коллективном пути к сотворению лучшего человека. Более чем человека, обязательности послушников необременительны. Каждый делает, что может и хочет. Но мы, конечно же, надеемся, что ваша команда продолжит помогать делу церкви. Спешите, отдумайте мое предложение как следует. Скажите мне, когда вы определились? Я стырил кучу ресов. Так, ребят, мы говорим то, что мы готовы служить. А конечно. Чем нам это сулит и чем грозит? Мы хасками болеть не будем. Я так думаю. У нас репутация с кем-то еще испортится? Нет, только с клоунами. Вы уже определились, решили стать послушником нашей церкви. Да, я хочу присоединиться к вам. Быть посему. Принимаете ли вы вознесение как великую цель для себя лично и для человечества? Блин, у них цитатки схожи с одним индикатором. Ой, здорово! Короче, вот, держи подарок. Какого не чёрта? Спрашивай, где его взял. Ладно, загляни просто вот сюда. Возьмите два. Принимайте квитанции фон. Да. И второй возьми. Быть посему, принимаете ли вы явление с духом мира и тем самым обретете квинтенции формы? Да. Так, погоди. Быть посему, мы принимаем вас в свою семью. Я рад, что вы теперь с нами. На самом деле, я уверен, что вся церковь вплоть до... кого? Какое-то очень сложное слово, не буду читать, а то еще забанят. Будет рада этой новости. Нам бронежилет нужен? Да. Как говорится, каждый служит церкви по вере силы желаний. Если ищете доставление, ознакомьтесь для начала с книгой Чаш. Проповедник протянул вам бумажный свиток. Примите ее в свое сердце, и вы будете лучше подготовлены, когда придет время для следующего задания. Крайне отрицательно отношусь к любой религиозной фигне, но ладно. Сейчас вы должны увидеть своего нового капитана. Я 8 аккумуляторов спёр. Там было гораздо больше, чем 8 аккумуляторов. Ну давай, иди сюда. Человек, это мост, соединяющий... Ладно, я могу это своим голосом считать. Человек, это мост, соединяющий животность, эквиэссенцию формы. Мост над бездной, опасный переход, опасный путь, на котором опасно оглядываться назад, дрожать от неуверенности и останавливаться. Величие человека в том, что он путь, а не цель. Красота человека в том, что он преодолевает и погружается. Немногим удалось миновать мост, но во имя благословенное. Им неведомо погружение вниз, ведь они те, кто преодолевает. Им не нужно искать среди звезд причину для погружения и жертвования. Они приносят себя в жертву миру, чтобы приблизить явление в мир к эссенции формы. Они живут ради познания и жаждут познания ради обретения в мире к эссенции формы. Тем самым они ищут для себя погружение. Они трудятся и изобретают, дабы сотворить дом для эссенции формы, готовят к ее явлению океан, животных, растений и суете. Так они устремляются к своему погружению, они усмиряют своего Бога из любви к нему, ибо должно им погибнуть от гнева Божьего. Их душа глубока, даже в малом уязвлении, и может погибнуть из-за малости. Так идут они в своей воле через мост. Они открытые сердца, открытые души, мыслями их правят сердце, однако же их сердца желают погружения. Тем самым я становлюсь вестником грядущих перемен и вижу мощный поток воды, то течет к эссенции формы. Не хочу отвлекать, но нам бы хранилище.
Вы, ребята, сейчас являетесь максимально противоположными друг другу зрелищами, потому что один максимально духовный, а другой все о мирском да о мирском. Нет, ну я как бы натырил саванпоста столько резво, что нам их девать некуда. Вот это то, что происходит последние 10 минут, выглядит настолько комедийно. Типа один пошел принимать веру, другой... О, я тут натырил 2 чемодана плюс скафандр, это все нужно куда-то распихать. Пойду, у меня просто места больше не было, пойду еще сделаю. Какого фига, во что ты превратился? Там, короче, прикол в том, что там твари прорвались, я выхожу на верхнюю часть станции, там СБшника загрызли и полврача тащат. Вот. Я СБшника в одну комнату... Я смотрю, ты им помог, но совсем не с тварями. Ну, я СБшника утащил в комнату в какую-то, там, забрал у него броню, все дела. Валяется тут, ног не чувствует явно. Я думаю, причину объяснять не надо. Ты посмотри на этого клоуна-культиста, блин. Вот, хотите этот, полдоктора? Пол СБшника? Не, не надо, спасибо. Нет, СБшник более-менее даже целый. Ему повезло больше. Зачем нам полдоктора? У нас даже кормить теперь больше некого. Ух, черт. Есть не захочет, я вас уверяю. Сейчас принесу. Сулак, помогай. А можно глупый вопрос? А это живые полдоктора или нет? Не очень. Как сказать? Могу сделать живыми, я ж теперь это, служитель долбанный. В смысле, ты можешь поднимать зомбей? Ну, вот, короче, смотри. Нет, я понимаю, что подводное одиночество вынуждает на крайние меры, но тащить к себе внутрь труп женщины... Там еще, кстати, где-то нижняя часть валяется. Можете пойти подобрать. У меня она с нижней частью, например. У меня тоже. Нет, у меня без. Там еще есть СБшник, если вы, ну... Ее можно лечить, стой! Труп, это труп. Да ну не, бред какой-то. Мишель Кастилло. Так, прикинь! Ой, СБшник нашел твоего коллегу. Нет, а что если вколоть в нее все вот это, то, что требуется? Подожди, она живая? Нет, а ну ты тут... вторую половину тела типа таким образом отрегинишь? Нет, ты не понял, она у меня с целым телом. Ты знаешь, у меня там ног нет. Она с ногами, и ноги свисают у тебя с плеча. Во-первых, а во-вторых, там рекомендуемый курс лечения. Всякое. Что если это все в нее вколоть? Ну-ну. Ладно. Это у кого там такая докторская степень хорошая? Игра мне подсказывает, это не я. Ну, просто, ну... Ладно, ребят, я согласен, эти последние 10 минут прошли не зря. Стоило подождать немножечко, чтобы увидеть и услышать то, что произошло. А, на этом теперь точно будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Нас ждет, видимо, какой-то новый дурдом. Пока что все. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда. Адио.